Давайте, ваше все. Сильва, ты вместе с Рейдом бьешь. Вместе с Рейдом двигаться вместе с квадратом. Нос один раз кидаешь. Ну, просто там. Сильва, ты вместе с Рейдом бьешь. Вместе с Рейдом двигаться вместе с квадратом. Нос один раз кидаешь. Ты уверен, что ну, там дерево выживет? Без фокуса. Сотка, у него почти не выживет. Не знаю, прошлое дерево 40 хп постоянно умирало. Ты уверен, что там дерево потому выживет? Потому что это была сова? Без фокуса. Ну да. Так, там... у него почти не выживет. Все готовы, не поехали. Знаю, прошлое дерево 40 хп постоянно умирало. Потому что это была сова? Падение приготовились. Перебежали. Падение приготовились. Перебежали. Падение. Перебежали. Лопата дашь по макросу, БР? Он лагает. Падение готовились, перебежали. Стопай. Падение приготовились. Перебежали. Отведите сразу ларчиком. Падение. Перебежали. Падение. Перебежали.
Рыбал, дайте по тотему. Падение. Перебежали. Веди. Три ма и падение. Больше всем, господа, переводим. Падение. Шли наверх. Почему лопату не дикурс? Масса бас лопату там, да, все вот снял. Снимаю его полностью. Господа, здесь пометочки, пожалуйста, стоим. Вот вам печенька. Еще по Гере. Второй ферявщик. Аккуратно на второго во время крика не смотреть. Падение. Шли. Что эти пометки? Паша, нам надо будет взорвать здесь пак. Стопните по Алару, по углю. Ну, сейчас, да, прям не добивайте его. Моса, стой напротив медведя, тебе нужно контролить. И тебе нужно контролить. Орлок, остаешься, пошли на следующего остальные. Рейд на следующем, Орлок остается, Фир. Моса, видишь медведя? Вот тут, да. Лямида бить? Или как? А мы сейчас отложим. Ну вы сейчас сорвете и потом... Там полтора ляма. Блять, ладно. Перебежали. Не, ну устали. Ну все можно, уже не это. Варана, пошли, мы могли спокойно здесь этих залить, Паш. Если у нас здесь две лужи, ну ладно, сейчас будем переводить просто через одну лужу. Ты же сказала, вы взрывать будете. Естественно, мы пошли, чтобы вы два пака взорвали. Тебе декурсить с двух хэпалов и контролить адов. Ну, да там ты можешь добежать. И продекурсить его, это не проблема. Он, блядь, не умрет за это время. И у тебя минус захил, видишь, на тебе висит. Тебя невозможно захилить, если у тебя мало хп. 40 тонн мало. Я тебя сейчас тупо не захилил тремя сплэшами по 20 тонн, которые должны были тебя захилить. Потому что у тебя минус захил был. Перебегай, заливай все фул хп. Там жил. Да, там начинается, да. Это жить и диспелить. Саня, ты отлагал? Не знаю, давай еще раз промнем в бою.
Потому что нам надо чуть побольше, чтобы было плохо. Рыбка стоит, кушаем. Так, мосса, порт поставили. Нет, мосса не может забрать. Нам как раз таки надо, чтобы маг жил. Он сейчас сольет глыбу туда. Если у нас что-то пойдет не так, ему будет так диспарить, у него глыба на КД. Ну, он может спокойно забрать через глиф на диспел, не тратя глыбу. Порт Мосе, пожалуйста, Долоран. Так. Еще раз порт. Порт на портал Долоран. Морлок, воткни шкаф. Так, мост суманим. Тут. Кушаем рыбку, рибав. Да, ты просто на первого, на одного ада кидаешь рут. 12. Падение. Ушли. Падение. Ушли. Падение. Ушли. Падение. Ушли.
падение. Ушли. Падение. Ушли. Падение. Ушли. Падение. Ушли. Стопните немножко, дайте еще пару штук взорвать. Падение. Ушли. Лопата БР по коку. Сяк, отпускай этих. Переводим? Да, переводим. Коку встаем. Захил по коку, фури баф сразу, походу, давайте. По рестору не успел кинуть. Ничего, рестор может сбегать к тебе, пока ничего не происходит. Лучше не надо. Рассеянность, кирсы. Второй фир. Падение. У Моса там один. Разбанишь? Подожди. Я сама буду разбанивать. По меточке станьте, народ. Следите, пожалуйста, за меткой. Каску дайте рогом. Крик. Падение. Кто-то раньше пошел. Фера нехуй ловить, когда сбегаешь. Проблем не будет.
Крик-крик. Да, или что-нибудь в руку, что-нибудь дайте. По воздуху не дам. Эма. Корню нашего. Крик. И падение. Все взрываем. Крик. Точнее, станьте пометочки. Крик. Сильва диспель, короче. А, вот, индекс. Падение. Один взрывается. Вижу. Эмма, сдайте. Крик. Заберите. Монаро, дай БР по Сильве. Серва, тогда я поднять. Лёва, у тебя какой? Кик. Крик. Я не помню. Кик в каст у него. Здесь, по-моему, у нас тут всё хуёво. У нас с фирами всё хуёво. Крик. Крик. Падение аккуратно. Рута, что-нибудь по ним будет? Крик. Метку отошло, от зоны будем перемещаться. Крик. Падение аккуратненько. На последнем кто? Крик. Агро. Падение. А дальше выбегайте на метку. Левая. Блять. Убежали. Пробуйте. Угу.
У Мосса есть БР вроде. Мосса, сдай БР, пожалуйста, в Мурлока. 20 кубиков колонии с хантов. Вам до следующего ожившего надо его залить. Падение аккуратно. Там еще луты будут. Бурстите, блядь. Матрас живи. Не, ну это все изи. Падение. Такой трэш. Ну, ты пока загораешь, можешь Титалис открыть и за крик Феникса понакидывать. Тут не крик, тут последним был пиздец. Потому что Фир — крик Феникса. Называется. Там все... Ты про Фиры? И да, потому что пол рейда ебал, он в Фире стоит, блядь. Кастов тоже крик Феникс. Ну чё, в принципе, иди кипчик, не знаю, чего он пытается. Зашли, убили тотемный дворик. Желающие закончились? Ну, давай. Оп, сразу появились. Гутрыш. Отдавай ей. Не все равно ты опять менять придет. Тася? Да. Ты слышала, что я говорю? Ты можешь отдать просто так Мосе, потому что я не одену эти перчатки. Аж год. Или я могу тебе их отдать? Ты можешь мне их отдать. Держи. Это паролем? Или дизем? Дизем, я вам сказал уже про ролл. Снимаю. Дайте ребаф. Всяко дай стол, плиз. Я уже выходить собирался. Тася, я дальше на ком? Умирай, умирай. Запулил, умирай. Чё ты убегаешь? Алло, слышно меня? Да. Ой, блядь, Полик. Это Полик не пришел. Я. Полик хилить начал этот пиздец. Это мистер Курлык. Или даже не слышно. Какой из двух? Качественно.
Локса. Народ, дайте инфу какую-то. Слышно? Что? Мне кажется, слышно. Что... Всяко, слышно. Слышно, окей. Стол сейчас не поставлю после комбата. Поставлю, то есть мне дальше на ком идти, маг? Друид. На этом, на мишке. Хорошо. Тесси, открывай сразу. Потом не сидеть, но не хочу сидеть вечером. Чего ж открываю? Так, во-первых, шарик дал. Я дадим, я ловил. Чтобы посмотреть, как это говно называется. Как она называется в этом? Крик Феникса тупо. Просто когда... Ну, Крик в каст, походу, делал то же самое. Там как-то одинаковое название идет. Зато там по тайм-коду можно посмотреть. Мы же знаем, каким у нас был теряющий Феникс, каким тикающий. Теряющий был вторым. И там есть еще люди, которые стали возле не второго. Тут боешь. Я понимаю, Дизарм тоже считает, как и Феникс. Возможно. Я вот видел пару сов зафиренных, одного кота зафиренного увидел. Там стол просил, ткните. На РТДшнику, который нихуя не контролит, вообще непростительно ловить феры. Так же как и Милику. Я типа говорил, потому что мне нужно было время забанить поздно. За 2 секунды можно, блядь, инвалидом безруким отвернуться, успеть. Если ты просто жмешь свою ротацию. Так. Шаря, да, взяли мордоку в рейд, всяко, вижу. Он пытался стол поставить. Планируется. Банк планируется. Наверное. Сейчас Тася всех поперекадышит, и потом не будем планировать.
Я бы Мордоку уступал шаре для того, чтобы он латал с ним. Всяко заходил, так как мага нет. И как бы все равно первый ряд перелететь или нет, Паша? Я мы пойдем во второй, будем там сидеть хуй тону времени. Ни первый не закроем, ни второй. Я тут вижу, у вас мага нету. Пока нет. А, ну он. Так, Мосок, ты куда? Кстати, хороший вариант, потом мне нравится. Как он? Разбанивай, может. Нет, молча не молчим. Нет, это нихуя не хороший. То есть ты в деревне будешь? Да. Тут Тася сопрот продлевать или? Естественно. Точно супротик. Так, танки взрываются, эра Гуннер Мордок, у бас лопаты всякого босса.
кто на боссе из танков? Так, смотрим. На боссе из танков у нас стоит первый фанатизм. По агро смотрим. Сяка, третьим стоит бас-лопата. Сфера взрывает у нас Гуннер и Мурток. Все остальные в меточку, двигаемся за меткой. Господа, следим за агром. Сейчас, секунду, спекнусь. Че, и связать кого-нибудь? Господа друиды, я напоминаю, если вы даете по кому-то БР, отходите от рейда, поднимаете человека. В рейде в одной куче не поднимать. Тает рыбка, кушаем рыбку. Следим за маной пчелов. А можно меня сумануть на рыбку? Сейчас. Сейчас куда? Закинь на себя. Ты можешь покнешь. Я релок. Да? Тогда уж Наталья лучше. Ты кинца? До начисления или после начисления? После. Сейчас. Так, рыбку кушаем. Ничего пометить. Я знаю, так, щит по приору. Кто у нас? Полик, поставьте. А, нет, не поставьте. Полик, давай в Долоран. Ланги сумоним. Получается, у нас 4 человека без пати. Угу. Тоже кого-то убирал? Три. Ну, Финмас с Танёком не инвайтили, себя накидывал. Лэнги накинул. Лэнги сейчас в рейде, значит. Так, Лэнги, рыбку кушаем. Лучше Финмас, Танёк и Алира. Да, ребят, дайте, пожалуйста, по ланке. Подожди, 2 минуты. Нет, 6. А, Моса, ты сильно по мане просядешь? Если я тебя закину в общий рейд. Ну, мы, наверное, поменяем батл, закинем, потому что Холик Крис такой себе. Чего? Куда ты его поменять хочешь? Патики вам. Да не сядет он по мане. Он должен сесть. О, смотри, добав, который линканул, с этой байдой нужно выбегать со сферой. И смотри еще один момент. Вот этот дебаф тикает каждые 6 секунд. Потому что знаешь, что на предкастах хилишь. Ну, фризить будет жестко, поэтому не факт, что получится предкаст нормальный давать. Но все же, вот эта херня каждые 6 секунд слетает и вешается снова. Плюс будут взрывы сфер, под которые тоже там двойные. Ну, сориентируешься, думаю. А по поводу выноса сферы, ну, сейчас посмотрим, я что скажу тогда, как выносить, куда выносить, отбегу по печеньке, сориентируешься. Все, все. Давайте сюда в меточку, господа. А конника знает, что делать? Да. Думаю, да.
Тогда или думаю, да, Тася. Про танков я думаю, что знаю. Мы просто заносим их так, чтобы их срывали отряда. Не важно, ошибочки, все как я люблю. С магнетизмом. Верки. Ближе босс. Я не выйду, мне уже забирать пора. Ее взорвут нормально тем временем. Ты же станьте пометки. РДшники. Субкубик скидывай. Товарищи, говорящие танки про крылья, оно оставайте. Холику заранее. Человек первый раз. Ну, да, на перебежечке с три, со второго на третий. Нет, там по стакам. Они на перебежечке, то есть. Там как раз по стакам будет. По стакам и по отсутствию прожимок. Подзарядка. Переходим. Я напоминаю, ведем ближе к центральному кругу, чтобы не забагался. Из-под леса убейте. Старайтесь в одной куче ходить. Данка, дотяни его, пожалуйста. Мелизоне, со сверкой. Встаньте по печеньке, господа. Окич, триксонии. Фанатизма. ДКД только что прошло. А, да. Забагался, да? Угу. То... Можете инерлуминку слить. 10% порезку с танков не роняйте, пожалуйста. Крест исповедь через танк. Он опять забагался, что ли? Да. Я могу попробовать в сторону его вывести немного. Это не надо, начнем стрелять. Да, да. Это бесполезно. Руку бить.
Я так понимаю, они просто забили на то, чтобы фиксить этот баг. Ну, там есть просто место, через которое он проводится, и такая хуйня. Давайте сальво всяко. Ну, мы же писали им тогда, а толку? Не против. Мою нужно взорвать, в рейд идет. Она пока дойдет, он нормально будет. Ой. Даже тотем есть? Я поставил. Иннер по хилам. Кажется, я выгнал. Терпи, пока есть. Народ со сверх. По фанатизму сальву. Гоминку и НР по возможности. Все, два, отойди от рейда, дай по лонге БР. Только аккуратно, пожалуйста. Я уже дал. Блять, ланги. Ну его ни хрена ж не ревофнули, наверное. Асгер 25 или в ланге, да? Даем Геру. Паша, гимна нет? Нет. Так же, как и лапы нет на хапале. Все еще нет. Вот теперь появилось. Ура, блядь. Разродились две совы.
Коника Серка. Похильте. Коника сразу бас-лопату переключает. Мне кажется, добьем. Так, отказываемся от лута. Теперь по поводу лапы. Вы, блядь, 30-секундная проверка проходит, его бэрят, и ни один нихуя не пошевелился. Ни один, ни второй, блядь. Я сдал первый ВР бафом. Пусть кто бэрит, тут и бафает меня. Вообще похуй, как бы, кто бэрил. Две совы должны давать реба, блядь, на этом бусе лапы. Ни одна, ни вторая не дают. Мне поебать, кто из вас бэрил. Дерево бэрило, сова бэрила. Танк бэрил. Бэрит у нас часто танки, бывает такое. Килам тоже очень несподручно за счет того, что здесь длинная посадка по мане. То, что вы, блядь, инвалиды, не можете одну ебаную кнопку нажать, оторваться от своей ротации, блядь. Да. Что у нас получится, господа? Так, макросы.